Всем привет! Привет! Мы идем на рынок, всей семьей собрались. Поскольку сегодня суббота, вы знаете, такая жарень. Просто мы не идем, мы просто ползем. Но да надо нет, скупиться. Мы на велосипеде не идем. Да, Фурка на велосипеде, ему хорошо. Ну а мы уже, знаете, надо и нам велосипеды, чтобы все были. Так, ну то, что не умеет. Да ладно. Никто не умеет. Да. Так что идем на рынок, посмотрим, какие там цены. Самое интересное, поскольку давно не была. И покажем вам. Ну все, заходим на рынок. Сразу здесь кабачки. Ну вот я же уже говорила, что у нас плохо цены. Цены не пишут. Вот инжир 5 лир. Спросить можно. Так нет, ну можно спросить, но иногда это неудобно, понимаешь? Посмотри, яблочки, помидоры такие огромные. И кибучук, ну, очень хороший, 2-2,5. Нет, ну и что, он очень хороший. Только вот это. Нужно только, ну, видишь, разрешают выбирать хорошо. 6 лир банан. Какие классные персики. Шефтали на кадар? Шефтали на кадар? Шефтали? На кадар? А, инч? 3 лир. А, да. Риган, посмотрите. Запах такой, конечно. Прям сбивает с ног. Пять лир инжир, о, какие лимончики. Вот здесь вот тенечек. Посмотри, не знаю, хочу ли. Баклажан грек, бибер грек, вот синенькие. А где? А, тут острые. Господи, тут все острые. Как тяжело найти, что тебе надо. Нет. Того? А, и сыр, у меня РДХВ. Морковки здесь нет. А, есть, вот. Я никогда не видела здесь морковки. Может, только зимой? Хавуч. Некадар хавуч. 4 лира. 3 лиры. Кик-кик. Некадар? Кибучок. А, и кибучок. Грамм. Грамм? 100 грамм. Кило 25 лир. 25 лир килограмм. Бене 3 лира. Время йота. Пахнет так интересно. Мне кажется, 100 грамм это салат. Салат олит чин олит, да, мой салата? Для салата. Либье? Как фасоль. Как это ж типа и есть фасоль. Какая-то тонкая. Это и бюджет. На кадар бабушка. Бирбучук? Бирбучук вот это. 1,50. Диан, подержи пакетик. Бибер? На кадар? Ажи мы татлы? Ажи. А, это острый. Кырмызы татлы мы? Кырмызы татлы. На кадар? Биберин на кадар? А, и красный, сладкий, 3,5. Так, продолжаем наш путь. Ищем перец. Сделать хочу туршу. Но пока что его здесь нет. Ля, вот сладкий для фаршировки. А это острый, 3 лиры. Долма и чин.
яблоко 2,50. Вот такое. Я даже не знаю, как оно называется. Дальше что? Картошка 2,50. И лук 2,50. Чичи. Салча, салча. Да? Сливка, сливка 2,50. Hayır, yemeğe o yapıyorsun. Давай. Yapıp dolaba atıyorlar. Возьмем, возьмем. Персички. İstiyorsun. Evet, istiyorum. Ben zamanı alalım. Şurada birinden aldınız dedik. Geçerken. Yerli. Так, вот этот без косточки. Сколько? 3 лиры. Сейчас возьмем мороженое. Посмотрите, вон там мороженое в ведре. Какое оно классное. Лимон вер, ucuna hafif gül dokundur. Tadına bakman için. Стаканчик карнавира. А bu kırmızı bu ne? Gül, gül. А, gül? Gül. Ну как тебе? Ну это же из розовой воды. А, я не пойму больше. Так, ну теперь мы вышли на вот такой вот рынок. Как говорится, на всякую чепухню здесь продают. Ну, в принципе, без которой тоже трудно обойтись. А по этой стороне продают, опять же, овощи. Вот один такой лучок, 1 лира. Посмотрите, тут капуста появилась. Огромная, но она такая мягкая, она постоянно у них мягкая. Вот, мы нашли этот для туршу, видите, вон он. На когда? 5 лир. 5 лир. А то вот это банья. Ну, в принципе, мы уже купили все касательно овощей. Здесь еще у нас есть одежда и также рыбки. Ля какие огромные, господи. Попугайчики, там, похоже, а, то попугайчики. Клетки все. Вот они, лимоны. Совсем не лаймы. Правда, Диан? Они говорят лайм, лайм. А то, что не лайм, то зеленый лимон. Слушайте, девушка только что стояла на рынке. Может быть, кто-то знает, зачем рисует вот здесь вот ладони тной. Очень. И вот у Дианы, девочки в школе, во всех ладони тной изрисованы. Какие-то на ладонях... На ладонях какие-то круги спины. Зачем, интересно? Может, кто-то знает, расскажите. Я нигде не могу найти информацию о том, что это обозначает. Слушайте, а вот она, это бамья, бамья. Она здесь растет. Вот такая вот. Ну, это такая на любителя. Я один раз приготовила, никто больше есть не хочет. Так, ну все, в принципе, скупились, выходим. Полчаса. А это веники. Temizlik için. Bunların ucu çok kırılır ama. И выходим. Посмотрите еще, как продаются крупы. Мерджимек. Вон оливки. В общем, все, что только душе угодно на рынке. А мусс, мусс. Мам, ты ничего не чувствуешь, неси. Правильно, Диана мусор мне сваливает. Ну, блин, ты ничего не чувствуешь. Бананы. Там подсолнечное, этот, сливочное масло домашнее. Hepsini alır mısın? Ne kadar geliyor? Hepsi çok var. İki tane ne kadar? Ben de yarım kilo gelmez. Yarım kilo kadar koyalım. Yarım kilo. Zaten değil. Короче, не поймите. Все.
А здесь тоже булочная. Я думаю, что она булочками пахнет. Все, наконец-то вышли. Идем в сторону дома, сейчас позавтракаем. Позавтракаем. И все, и будем дома отдыхать, потому что очень жарко. Наизнанку. Да, наизнанку он любит. Да.